15 февраля в зале заседания администрации района состоялась еженедельная традиционная планерка, которую провел глава администрации Заур Хамирзов. В ней приняли участие руководители территориальных республиканских служб, начальники структурных подразделений администрации района, главы сельских поселений. В ходе совещания были рассмотрены текущие вопросы, намечены планы на неделю, даны поручения. Одним из основных вопросов повестки дня стали вопросы, касающиеся санитарно-эпидемиологической обстановки в районе и хода прививочной кампании против коронавирусной инфекции. С 8 по вчерашний вечер включительно у нас всего выписано 8 уведомлений. Скажем, динамика очень хорошая, то есть достаточно значительное снижение просто. За неделю, за последние 4 дня ни одного заболевшего. Число привившихся от COVID-19 в районе превысило 350 человек. При этом было отмечено, что количество вакцины для проведения прививочной кампании в наличии. По дополнительным пунктам на Тыповском полотворе уже вакцина закончилась. Все желающие начинают ходить до Игнатьевского. Сейчас мы доставляем в Каршхарскую ЦРБ. Автомобили по необходимости нам выделяются. Это автобусы школьные и автомобили сельских поселений. Доставка на прошлой неделе была с Алоходс, с Майского и с Натырбова. Именно в Каштабской ЦРБ. Заместители главы района и руководители подразделения отчитались о проделанной работе и доложили о планах на ближайший период. В завершении планерки Заур Хамизов подвел итоги работы совещания, поставил перед его участниками конкретные задачи и обозначил сроки их выполнения.